Крупная партия синтетического наркотика изъята в городе Тарас сотрудниками управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Жамбылской области. По подозрению в незаконном хранении и распространении наркотиков задержан 40-летний житель областного центра. В ходе обыска дома подозреваемого в зале обнаружено 60 расфасованных свертков с синтетическим наркотиком, предназначенных для дальнейшего сбыта на территории областного центра. Также изъято приспособление для употребления наркотиков. Задержанный водворен в изолятор временного содержания города Тарас. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 297 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.